Уличные камеры зафиксировали преступление. При просмотре видео все происходящее может показаться встречей близких знакомых. Вот только в действительности приятно эту встречу никак не назовешь. По крайней мере, для потерпевшего. Один из подозреваемых, приставив нож к животу прохожего, потребовал у него денег. Но у потерпевшего не оказалось при себе наличных. Тогда злоумышленник, угрожая применением холодного оружия, заставил жертву через мобильное приложение перевести деньги в сумме 5000 рублей на банковскую карту. Как в дальнейшем было установлено, сама карта, которой пользовался подозреваемый, была оформлена на пенсионерку, которая проживает в одном из регионов России. На следующий день подозреваемые сняли деньги с карты и распорядились ими по своему усмотрению. В ходе проведения оперативных мероприятий сотрудниками уголовного розыска личности злоумышленников были установлены. При силовой поддержке бойцов ОМОНа Росгвардии произведено их задержание. Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 162 Уголовного кодекса Российской Федерации. Денис Желтов, Андрей Багаев, дежурная часть, Саратов.